Вот посетил я здание. Иду по этим обледенелым, видите, ямы обледенелые. Вот полоса препятствий, все объезжают. Вот автобус зигзагами бедный поехал. Тут гололед под ногами страшный. Это продолжение вчерашнего снегопада все идет, короче. Все оно продолжается. Видите, зима, короче. Никакого апреля. Все, резко вдруг. Я говорю, талые воды побежали, но это. Решила все на затмение отыграть обратно. Заодно вот телефончик аккуратно проверю. Блин, скользко. Скользко. 9 утра с небольшим. 9:15. Что-то я голодный. Выпил чаю. Блин, надо было хоть бутерброд какой-то съесть, елки. Что-то хлебушек у меня жарить надо. Хлебушек портится. Что-то его только гренки жареные можно есть. Но я так резко несся в эту официальную контору, бляха, что все забыл здесь. Вот видите, тоже брошенное. Ну, сожалею людям, плавающим в Орске, конечно. Полный пиздец. У нас хоть вода потеплее была, а тут зимняя вода холодная, да, около 2-3 градуса, блин, ледяная. У нас хоть осенью она была там 13 градусов, 14-15, теплая, когда нас топило. Видите, везде котоклизмы, и все вороватые чинуши кивают все на... Вот, как здесь, уворованные дороги, да, вот, дырки раскопанные. Я уже 100 раз показывал, побойки все эти наши. Вот там вот знак стоит. Все кивают, что вот аномально, типа, раньше не было, а тут вдруг случилось. Да, случилось воровство небывалых масштабов просто. Причем вот старожилы, да, все предупреждают. Вот я живу, это ж я тогда, в 13-м году, летя с Японии, снижался самолет. Видно было там, что творится вокруг Хабаровска. Там куча протоков, аэропорта, озер. То есть все это плавало уже. Это было 3 августа, елки-палки. День ВДВ только отпраздновали. Или 2-го, или 3-го. Я помню, что день ВДВ. И уже было ясно за месяц до наводнения. Точно так же и на Урале со снегопадами. Всем было все ясно. И опять... Энергетики, гидроэнергетики утопили. Потому что у них бабло там. Они сначала воды набрали в плотину, а потом вдруг сбрасывать стали. Может, даже специально, потому что там уже Караулов написал, что до Киренко доходило. Да, ну а что в Орске? Стратегические предприятия, мясокомбинат, военный завод, который делает. Там непростой военный завод. Кстати, обратите внимание, он делает... Трубы эти для пусковых. Делал сосуды всякие. Хитрые герметические холодильники. И трубы для пусковых. Для ураганов. Для С-300, 400, 500. То есть комплектуху, короче. Платформы вот эти. Даже там памятник есть в виде платформы. Урагана, по-моему. Или аналогично. О, так что все идет по плану. Понимаете, агентура западная разрушает страну, блин, выселяет, действует в тылу, как говорится, за кремлевской стеной вовсю. А нам тут втирают про отнеситесь с пониманием, блин. Получите 10 тысяч, да, и распишитесь от, как говорится, ну, помните эту фразу с Медведевым, да. Не хочется материться, такая погода классная. Хмурый такой мужик идет, смотрит хмуро. И дублин скользят просто жутко. Сейчас опять количество травмированных будет. И опять никто не сыпет. То есть вот второй день снегопад. Не сыпет песок никто. Зима-то закончилась, хер на нее. Все, не надо песок сыпать, ничего. Пусть бьются пенсионеры, пусть бьются машины, блин. То есть вот все это как-то уныло. Блин, а холодно, кстати. -2 где-то. Руки мерзнут. Вот где теплотрассы, вода тать. Может даже поменьше. Может даже -3. Давно я наши говна не снимал, как-то видите. Как-то снимал в апреле, тоже числа 12, когда масса была сугробов, и они резко начали таять. И тут лужи были такие. Как раз вот этот вот район. 3 серии, по-моему, даже снял.
Во, вот там вот вода, где теплотрасса. Вот где мужичок там идет. Вот здесь тоже теплотрасса под вот во дворе. Лужи, блин. Асфальт греет. Теплый пол, короче. Ёп, вот оно. Вот я поебал. Мне телефон жалко было, видите, шапку только уронил. Вау. Ладно, ребят, заканчиваю снимать. А то так, как говорится, и сам навернешься вот еще раз. И телефон жалко. Что-то жуткое, короче. Давайте, пишите комменты, как у вас. Как говорится, что интересного. Пошел я работать.